Nerede? İyi yaptı ha. Tabii canım. Охрана. Ne oldu burada? Çok asker var burada. Ага. Мы приехали вот Каппадокия, у нас по-своему очень большая территория, поэтому разделена на участки. Мы были в одном, сейчас приехали в другой. К сожалению, у меня закончилась батарейка на телефоне, и я сделала только фотографии вот в первой части Каппадокии. Сейчас вот я снимаю уже. Сколько здесь туристов приезжает со всего мира? Действительно, кто обязательно нужно побывать хоть один раз в Каппадокию приехать. Столько эмоций, такой заряд энергии, столько позитива. Жизнь прекрасна. Надо путешествовать, друзья, радоваться жизни. Не сидеть на одном месте, идти вперед, вперед, вперед. Я понимаю, что для путешествий тоже очень нужны средства, поэтому нужно искать что-то более подходящую работу, более стабильный заработок. По найму сейчас очень трудно что-то найти, но в интернете сетевой бизнес. Сейчас мы поднимаемся в гору. И со скалы посмотрим панораму внизу, откуда мы пришли. Подъем крутой. Видите, сколько туристов. С разных стран. Написано опасно. Будьте осторожны. Ой. Вот мы поднялись. Повыше, конечно. Вот она, Каппадокия. Небо голубое, красивое. Маленьким ребенком даже на коляске поднялись сюда.